Здравствуйте. В эфире «Патриот». Программа о тех, кто слово «Родина» пишет с большой буквы. Меня зовут Алексей Матюшкин. Для 1500 новгородцев 15 февраля – особый праздник, день окончания афганской войны. 31 год назад командующий ограниченным контингентом войск генерал Громов перевел через мост пограничной Амударьи последние советские части. Тех самых пор 15 февраля ветераны-интернационалисты называют своим Днем Победы. День вывода войск из Афганистана, с одной стороны, это и праздничный день. Для ребят тогда закончилась эта война. Наши мамы перестали жить в тревоге. Но это день памяти и скорби. Памяти по тем, кто сегодня не с нами. На черном обелиске в парке нет имен. Та война отняла жизнь у 40 наших земляков. Один новгородец пропал без вести, 39 вернулись домой грузом 200. Об этом напоминает каждый выступающий на торжественном митинге. Со временем эти огненные события уходят в историю, уходят все дальше и дальше. Появляются их различные оценки. Но, безусловно и бесспорно одно. То, что те, кто был в те дни в Афганистане, остались верны присяге, данной своей родине. О верности долгу родине тоже скажут все выступающие, потому что тема Афганистана все 40 лет предмет спора. Зачем мы там были? Однозначный ответ на этот вопрос может быть только у самих ветеранов-интернационалистов. 31 год назад мы выходили с Афгана. Мы выходили, выполнив свой приказ до конца. Мы выходили с гордо поднятой головой. Тогда мы еще не знали, что политики уничтожат нашу великую и могучую страну. Тогда мы еще не знали, что политики признают нашу войну ущербной. Тогда мы еще не знали, что политики дальше будут уничтожать уже новую страну, Российская Федерация. Мы просто выходили. Мы выходили, выполнив до конца свой долг, с гордо поднятой головой. Они сегодня говорят «служу Отечеству», получают государство юбилейные награды. На митинге их тоже вручали. Дальше по сценарию была минута молчания. С седых голов слетели шапки. Метроном отсчитал скорый 60 секунд. Один год назад их война завершилась выводом войск. Если верить нашим мудрым предкам, это тоже победа. Помните, они говорили, война кровь любит. И потому худой мир лучше всякой брани. Но она всегда будет все равно с нами, да? Это ну война, да. Да, потому что, ну и даже вот почему здесь? Потому что она все равно в душе сидит. Она будет. Кто там побывал, да, за речкой, как говорят. Да, кто побывал за речкой, тот уже... Почему да. Мы братья друг друга называем? Почему мы встречаемся? Почему обнимаемся? Восприятие уже другое, да, совершенно. Да, восприятие другое. Жизнь вообще. И в жизни, да. Ну да, и мы понимаем, что такое цена жизни все-таки. И насколько она короткая может быть. 78 лет братья Грачевы полагали, что их отец-подводник погиб вместе с лодкой и покоится на дне Балтийского моря. Только этой зимой удалось выяснить, что осенью 1941 года экипажи поврежденных субмарин были переброшены на Лужский рубеж. Иван Петрович Грачев пропал без вести не в море, а на суше, не так далеко от дома. Теперь они не так часто видятся, хотя живут не так, чтобы далеко. Старшенький Иван Иванович под Валдаем, младшенький Владимир Иванович в областной столице. А что ты мне? Я-то, да? Я на улице, да? Обоим давно за 80, за плечами целая жизнь и самые яркие впечатления из детства, которого в сущности не было, потому что в 41-м случилась война. Володе 4, Ване 6, живут у дедушки и бабушки в деревне. Приехал папа из Ленинграда. Приехал, схватил меня, значит, на руки и привез вот такой большой кусок халвы. У Ивана Ивановича воспоминаний чуть больше. Накануне войны отец делится новостью. Собирайте, сыночки, вещи. Через 2 недели мы с мамой получаем ключи от квартиры. Поедем обживать новый дом. Но обещанного новоселья мальчики не дождались. И отца больше не видели. В сентябре 41-го он, как тысячи других добровольцев, пропал без вести где-то под Лугой. Чуть раньше в Ватолино, где жили мальчики, пришли захватчики. Были финны. Были мадьяры, венгры, были поляки, были немцы, значит, все, были эсэсовцы, эстонцы.
самые педантичные и так более-менее, они жесткие, но педантичные немцы были. Да. Значит, поляки вечно пьяные и дроксливые были. Поляки? Румыны вечно грязные и вшивые. Венгры, итальянцы были безразличные, только пиликают всегда на гармошках. В карательных отрядах почти во всех были или финны, или поляки. Ватулина – прифронтовая деревня. Сначала стариков и ребятишек оккупанты не трогают. Но в конце декабря они случайно выкапывают сундук деда, в котором находят книги классиков марксизма, ленинизма. 85-летнего старика, его жену и внучат увозят в концлагерь. Сначала в Демянск, потом в Старую Русу, а потом еще дальше. Везут в товарнике, предварительно сортировав по разным вагонам стариков, детей, подростков и работоспособных людей. На остановках два раза дедушка подбегал к дверям. Один раз пробежал днем и кричит: «Ваня, Володя!» Ну, мы сразу, услыша его голос, подбегали. Говорит: «Ну, как вы?» Я говорю: «Вот, замерзли». Я говорю: «Да у нас там соломы очень много. Заройтесь в солому, прижмитесь всех кучей ближе друг к другу. Теплее будет. И шевелитесь все время». Потом вечером прибежал и говорит: «Вам пить ничего не давали?» Говорим: «Нет, ничего не давали. А нам кофе давали, но, говорит, нам с бабушкой не досталось». Утром следующего дня, когда поезд остановился на полустанке, в вагоне дедушки и бабушки проснулись только 3 человека. На этапе в очередной концлагерь немцы решили избавиться от больных и старых узников, напоив их кофе с ядом. Выжившим сердобольный полицай помог спрятаться в детском вагоне. Это было... злодеяние совершено где-то между красными строгами и плюсой, вот где-то в этом месте. Вспоминая войну, братья горячо спорят. У каждого своя трактовка детских впечатлений. Они сходятся в главном. Это величайшее преступление правительств, которые развязали войну против своих народов. История праздника защитника Отечества имеет множество версий. Самой популярной была военная. 23 февраля 1918 года наша рабоче-крестьянская Красная Армия остановила немецкое наступление на Петроград. Праздновать дату стали с 22 года. С тех пор несколько раз менялось название праздника и трансформировалась его суть. Теперь День защитника Отечества – это праздник всех мужчин. Накануне праздника в 37-й школе пошел урок мужества, на который были приглашены старшеклассники всех учебных заведений города. На встречу с ребятами пришли ветераны разных войн и поисковики отряда «Находка». Мы, поисковики, это те люди, которые сейчас ближе всех к ней, к войне. Почему? Ну, потому что судьба поисковика, она очень близка с судьбой того солдата, которого он нашел. Через наши руки проходят. Они сами солдаты, и судьбы каждого из них. Мы заново читаем историю войны, записанную солдатской кровью. Встреча в 37-й школе была приурочена к празднику, но все выступающие говорили о драматических событиях. Офицер-десантник и писатель Николай Федорович Иванов вспоминал афганскую войну, когда попал в плен к маджахедам, и те посадили его в зидан. Вот я сижу в этой яме, а ко мне ползут змеи. Я начинаю вспоминать всю эту зоологию, биологию, а как от них спастись, как мне от них отогнать. Если мне бросают лопату углей, да, а вместе с этим теплом со всего леса бегут мыши. Если я не поймаю 30-40 мышей, они меня сгрызут ночью. Понимаете, если я пытаюсь готовиться к побегу, я начинаю вспоминать всю географию. А где какие перевалы, а где вершина, куда мне бежать, а что мне делать? Если меня гнали по лесу, там мешок на голове, да, связанные руки, я знал, что если я не добегу, если я упаду, меня пристрелят. Поэтому то, что мы умеем, то, что мы знаем, вот это с вами. Я очень прошу вас, вот то, что вам сейчас дают знания ваши учителя, пожалуйста, берите, пригодится, не пригодится, в жизни пригодится все. Чеченскую войну вспоминал генерал-майор полиции, поисковик Всеволод Иванович Овсянников. Знаете,
На память пришло то, что когда-то в 70-е годы я также сидел в зале, слушал ветеранов Великой Отечественной войны. И, честно говоря, никогда не думал, что придется принимать участие в боевых действиях на территории нашей страны. Это было просто немыслимо, честно вам скажу. Но жизнь не жизнь, так вот случилось, что пришлось отстаивать территорию, целостность нашей территории, участвуя в боевых действиях. Ну и вспоминая слова Максима Горького, наверное, да, что в жизни всегда есть место подвигам. Хотел бы сказать, что вот среди здесь присутствующих, я знаю, также есть молодой человек, вот, к сожалению, пока мне не сказали его фамилию, который спас тонущего. Это значит, совершил мужественный поступок, рисковал своей жизнью ради другого. И разрешите мне сейчас вручить ему наградные часы. Полк мужества напомнил ребятам смысл словосочетания «защитник Отечества». День защитников Отечества – это прежде всего праздник тех, кто 23 февраля вспоминает драматические события. Понимаете, это самые были такие вот пиковые моменты в нашей жизни. Это сравнимо только рождение ребенка, да, участие в войне. Это вот пиковые моменты и счастья, и беды, и испытаний, и любви. Все это вот остается в памяти. От лица нашей творческой группы поздравляю всех защитников Отечества с праздником. Меня зовут Алексей Матюшкин. До встречи в марте.